лучшие в России условия для ведения бизнеса в Ульяновской области. Такую оценку нашему региону дает как Всемирный банк, так и ряд российских экспертов. Подкрепляется этот факт и дружескими отношениями Ульяновской области с рядом европейских стран. Итоги поездки делегации во главе с губернатором Сергеем Морозом в Германию, Францию подвели в региональном правительстве. Первый визит был, это вызванный приглашением руководства компании ДМГ «Море». Вы прекрасно знаете, что на территории Ульяновского региона расположен единственный завод по станкостроению в постсоветском пространстве. Целью нашей поездки было именно показать и проговорить вопросы, что нам необходимо сделать со стороны региона вместе с компанией ДМГ «Море», чтобы завод вышел на полную мощность. Сейчас объем производства немецкой компании в Ульяновской области составляет 350 станков в год, хотя технологическая мощность за этот период подразумевает выпуск до 1000 единиц. Поэтому совместно с иностранными партнерами принято решение создать в регионе парк поставщиков ДМГ «Море». Основная его цель – привлечь новые производства для развития станкостроения в Ульяновской области. И это также поспособствует выполнению условий специнвестконтракта, заключенного в 2016 году. Деловые встречи делегатов с представителями ведущих мировых компаний продолжились и во Франции. Всего в обеих странах ульяновская делегация провела порядка 20 встреч с потенциальными инвесторами. Это компании, работающие в сфере производства компонентов станкостроения, это компании в сфере производства медицины, автомобильных компонентов, в сфере обработки специальных металлов. Могу озвучить некоторые результаты. 5 компаний из них заявили о своем желании рассмотреть Ульяновск как возможную площадку под размещение будущих своих бизнесов и заводов. Помимо промышленных и экономических связей, Ульяновскую область с Германией и Францией связывают тесные культурно-гуманитарные взаимоотношения. В частности, с Баварией мы будем продолжать межрегиональное сотрудничество, межмуниципальное сотрудничество. При этом 2017-2018 год на федеральном уровне между двумя государствами у нас объявлен как год регионально-муниципального сотрудничества, поэтому для нас эта страна представляет очень серьезный интерес. Осенью в рамках Международного культурного форума в регионе пройдут Дни Германии и Франции. Культурный потенциал Ульяновской области будет представлен на выставках ведущих европейских государств. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.